4 июля во Дворце детского и юношеского творчества чествовали чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Хабиба Аллахвердиева. Поздравить спортсмена с завоеванием высоких титулов пришли глава городского округа Имам Иралиев, глава муниципального образования Сулейманстальский район Нариман Абдул Муталибов, заместитель главы администрации Докуспаринского района Ады Шахвердиев, брат чемпиона, тренер Шафидин Аллахвердиев. Заместители главы администрации города Дербента, руководители управлений, предприятий и организаций, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности. С первыми словами приветствия и поздравлений к Хабибу Аллахвердиеву обратился глава администрации города Имам Иралиев. Он отметил, что больших успехов в спорте может добиться только человек с сильным характером. Желаем тебе, Хабиб, спортивной удачи, крепкой воли, сильного духа, желания побеждать, не бояться препятствий и выполнить главный наказ дагестанцев, главный наказ наших россиян. Разгромить всех тех, кто остался на твоем пути к великой твоей конечной цели, победе над всеми. Все дербенцы, большинство дербенцев сказали, ему надо дать возможность жить в нашем городе. И поэтому мы ему вручаем ключи от квартиры. После завершения своей блестящей карьеры приехал в наш великий славный город, здесь жил и стал замечательным тренером еще лучших, еще более выдающихся спортсменов из города Дербента, чем он сам. И мы в это тоже верим. Имам Иралиев пожелал спортсмену новых побед и вручил ему приветственный адрес и ключи от квартиры. Присоединившись к поздравлениям, Нариман Абдул Муталибов сказал, что все жители Сулейманстальского района с замиранием сердца смотрели бой, принесший Хабибу Аллахвердиеву титул чемпиона мира. Он поздравил боксера, пожелал ему удачи и вручил в подарок телевизор. Свои поздравления в адрес спортсмена произнесли заместитель главы Докуспаринского района Ады Шахвердиев, руководитель управления по физкультуре и спорту, делам молодежи и туризму Новоирзаев, тренер Шафидин Аллахвердиев. В свою очередь Хабиб Аллахвердиев поблагодарил всех за поддержку и пообещал добиться новых ярких побед и высоких спортивных достижений на ринге. Свой подарок чемпиону приготовили и воспитанники Дворца детского и юношеского творчества, показав небольшой концерт, состоявший из вокальных и танцевальных номеров.